Добрый день, дорогие мои! Как ваше настроение? Вы посмотрите, я уже не на пляже, а на моем солнечном, красивом саду загораю. Смотрите, как красиво! Разноцветные цветочки. Вы покажи, Светочка, покажи, как они красивые. А я загораю. Мы с невесткой решили, пойдем быстро свежие фрукты купим и придем. Поэтому решила с вами поздороваться, пожелать вам хороший день, хорошее настроение, чтобы всегда приняли хорошие, добрые людей, гости. И я точно так же принимаю, провожаю хороших, добрых людей. И желаю всем хорошего настроения, дорогие мои. Я вас всех люблю, всех обнимаю. Когда мне нет 100 грамм, значит, тетя Руся отдыхает. Или бабуля Руся отдыхает. Если что-то у меня кадры хорошие, я вам всегда показываю. Люблю вас, целую вас. А я всегда с вами и никогда вас не забываю. Вот солнышко, видите, как греет меня? Загораю на солнце. Люди на пляже загорают, а я на солнышке. У себя в огороде, в цветочном саду. Люблю вас. Посмотрите, какие красивые помидорчики. Хочу вот так просто взять. Смотрите. Это сказать яблоко, даже не яблоко, целый ладона. Это моздокский помидор, который я очень-очень люблю и обожаю. Я сделала небольшую покупку, это как всегда. Я взяла то, что любят мои дети, то, что в данный момент у меня дома уже не было. Ну, купила то, что мои дети любят, не обязательно, чтобы я любила. Вот дети любят, значит, купила. Еще купила чебрец, смотрите, какая красивая. Буду сушить. А какие клубничка, мед. Вот это как на кукуруза. Еще посмотрим, красиво. Вот, смотрите, какая шикарная. Ну, глубоко осенью и корова кушает. Я люблю, когда уже только люди начинают кушать. Как глубоко, когда много всего, мне уже есть не хочется. А я люблю, когда только что они выходят. Вот, смотрите, моздокский помидор уже вышел. Смотрите, какая она мед, как будто медом намазана. Вот, падает. Уже 1000 раз падает. Зелень, смотрите, какие шикарные. Тархуня чмядинская. Арбуз, перчики из Еревана. Горки уже, смотри, какие хорошие. Смотрите, для салата взяла такой шикарный. Им я не знаю, забыла, я имена забываю. Но синики никак не забываю. Перец, огурцы, синики. Самое важное, главное, свежий урожай. У Аруси всегда должен быть. Но я люблю, когда она только выходит. Искала тутовни, если честно. Но не нашла. Но мне из Москвы отправляют, везде есть. В Ереване подруга говорит, вообще не сладкий. Ну, подождем чуть-чуть, будет сладкий, все равно возьмем. Потому что я люблю, когда только что свежее, вот это я покупаю. А когда уже везде много, тогда все едят. Так что всем хороший день, хороших покупок. Я с вами.